Всем привет! Сегодня в обзоре у нас ICO-проект DealJoy. Это платформа, предоставляющая кэшбэк-сервисы за покупкой в интернете. Но главной отличительной особенностью DealJoy является то, что данная платформа предоставляет кэшбэк в криптовалюте, что на данный момент является уникальным предложением. По-моему, идея проекта очень интересна и просто необходима современному миру. В настоящий момент на рынке присутствует множество различных кэшбэк-сервисов, но все они предоставляют кэшбэк в фиатной валюте, то есть рубли, доллары, евро и так далее. Но никто не предоставляет кэшбэк в криптовалюте. Это очень интересно и перспективно, ведь криптовалюта перспективный и активно растущий актив, который в итоге может принести очень хорошую прибыль. Поэтому я считаю, что у этого проекта есть огромные перспективы для роста и развития. Кэшбэк становится все более популярным из года в год в сочетании с ростом интернет-шоппинга. С учетом того, что кэшбэк существует уже более 10 лет, команда проекта чувствует настоящий импульс развития в этом направлении. Алгоритм сопоставления на платформе помогает потребителю найти лучшее предложение, которое соответствует их предпочтениям и поведению. Для участников на платформе предлагаются различные специальные услуги, такие как мгновенные денежные операции и специальные сделки. Совмещая технологии блокчейн и искусственный интеллект на единой платформе, удалось создать платформу для будущей индустрии кэшбэк. Все услуги DealJoy условно бесплатны. В процессе использования платформа получает свое от продавцов. Существует и платная функция, которую вы можете получить. На платформе предусмотрено создание аккаунта, который имеет определенные привилегии, вроде повышенных процентов кэшбэка и прочих. Однако даже за это вам не придется платить в буквальном смысле этого слова. Как всегда, блокчейн-платформа демонстрирует свою лояльность к пользователю. Чтобы получить DealJoy Plus, вам будет необходимо лишь внести определенную сумму депозита. В случае, если вы более не захотите использовать расширенные возможности, этот депозит вернется вам на кошелек. Все вознаграждения плана кэшбэк будут выплачиваться клиентам в токенах, чтобы создать простой и интересный способ оценить клиентов за использование платформы. Токены можно использовать для совершения покупок в интегрированном DealShop или вывести на внешний кошелек. Токены по умолчанию будут храниться в личном кошельке пользователя на платформе DealJoy. Поскольку курс кэшбэка основан на цене покупки фиата, данные о цене на внешней бирже в реальном времени будут использоваться для определения фактического количества токенов DealJoy, выплаченных участникам в любой момент времени. Стоимость токена всегда и без ограничений будет определяться открытым рынком на внешней бирже, и DealJoy будет участвовать в биржевом рынке только через прозрачность и заранее определенный механизм выкупа токенов. Токены DealJoy – это стандартный токен ERC-20, применяемый к сети Ethereum. Платформа была выбрана из-за ее широкого внедрения, быстрых переводов и низких транзакционных издержек. Использование стандарта ERC-20 помогает токену DealJoy достичь высокого принятия среди внешних и общественных обменов. На этом все, друзья. Всем спасибо, кто посмотрел данный видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и до новых встреч.